Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя безумные мутанты. Так, заходим сюда. У нас, кстати, с тобой 17 миллионов мутагена, поэтому я, наверное, хочу прокачать Шреддера до 160 уровня. Получится, как думаешь? Давай проверим. Да, получилось. У меня хватило мутагена, ребята, и, соответственно, мы с тобой забираем награды. Так, ух ты. Неплохо, я тебе скажу, очень неплохо. Так, что у нас тут? Оу. Прекрасно. Ёлки-палки, замечательно просто. Все-все-все с тобой забираем, что у нас накопилось за это время. Прокачка доджо. Так, здесь награды. Вау. Вот это да, вот это накопилось у нас. Ха, ты посмотри, мы сейчас с тобой прокачаемся. Очень круто на самом деле. Ты посмотри, ей ресурсов дают кучу, а? Я очень рад. А надо было всего лишь прокачать персонажа до 160 уровня. Любого. Так, и последняя награда, точнее предпоследняя. Вот, здесь еще забираем. Вау, подожди-ка, еще тут. Неплохо, я тебе скажу. Так, у нас на ивенте что-то есть. Давай посмотрим. Это за 5-й сезон. Забираем вот эту вот награду. Прекрасно. Так, ну что, 160 уровень у нас Шреддер. Давай-ка мы с тобой Ренет или Айздак прокачать. Или Зака вообще. Даже и не знаю. Вот серьезно говорю, не знаю. Хотелось бы... Давай Кренга. Попробуем. Так, у него новый скилл, ребята. Прапался. Ага, это как раз тот самый луч из глаз. Ну-ка, 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 давай. Не жмись. Так. Прокачали ему акс, то есть топор в руке. Давай, 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 не жмись. Так, а вот это что такое? Это новый, ребята, скилл. Вау, открылся. Так, и он у нас 125 уровня. Давай посмотрим, где он у нас находится, на каком месте теперь. В плане... 125 уровень имеет и находится где-то к черту на куличках. А почему так? Он даже слабее Ренет. Так, а может быть нам выгоднее прокачать Сплинтера тогда? У него 4 звезды все-таки. Ну Сплинтера, блин, его валят все время быстро очень. Кстати, Кабан, а почему ты у меня не прокачанный, а? Так, ребята, бур какой-то ему открыли. Так, давай-ка мы, наверное, экипировочку сделаем здесь. Также на Шреддера тоже экипировку поменяем, чтобы он был посильнее. Так, тренировку я пока не буду делать. Рафаэль. Так, у него тоже, ребята, можно здесь кое-что поменять. Также у Рокстеди. И у Донателло. Ага, у Донателло ничего. Так, давай-ка мы прокачаем его чуть-чуть. Все, что ли? Мутаген кончился у меня. Да, друзья, так быстро. И Донателло... Несмотря на то, что у него 153 уровень, стал на третью позицию. То есть он получается топчиком, да? Шреддер, Сплинтер и Донателло. Потом идет Бибоп и Рафаэль. Так, забираем с тобой здесь тогда награды. Ага, Ирма нам достается. Давай дальше. А здесь у нас Микеланджело. Ищем далее. Так, Эйприл. Дальше у нас идет Рокстеди. Плюс 6 к мощам прибавка идет. Так, и Донателло. Плюс 14 к мощи. Все, да? Ага, мы теперь можем синий пак открыть. И это у нас Мондагека. Плюс 407 к мощам. Нехило, да? Очень неплохо. Замечательно. Так, что у нас тут опять на ивенте? Ресурсы. Так, дайте-ка мне, пожалуйста, глянуть, что мы тут с тобой заработали. Ага. Суточку синих кубков. Замечательно. Так, прокачку нашего убежища. Давай, наверное, мы с тобой прокачаем мутаген. Всего лишь один раз? Да ладно. Давай заберем награду. Так, секундочку. Может быть, нам теперь... Ну, давай... Скраб прокачаем. Это выработка металлолома, да, у нас будет. Воркшоп. Пускай тоже будет прокачан. И все.
Так, ага, у нас задание прокачать двух героев теперь до 160 уровня. Двух. В принципе, я думаю, нам это под силу. Забираем с тобой здесь награду. Все. И я думаю, что пора нам, наверное, отправляться на поединки. Так, воркшоп прокачать до 35 уровня. Воу. Понятно. Ну что, друзья мои, давайте-ка, наверное, отправимся с вами в приключение. Подожди-ка, а чтобы воркшоп прокачать до 35 уровня, это что нам нужно? Ну, в принципе, это нам под силу. Потому что он имеет сейчас в данный момент 32 уровень, да? Всего лишь 3 левела надо поднять, но для этого... Для этого нам что нужно-то? Металлолом. Ладно. Ну что, погнали. Нас ждет и не дождется Антракс, когда хочет с нами подраться. Сейчас заодно и посмотрим, как у нас будут прокачанные ребята вести себя в боях. Поехали. Так, неплохая команда здесь. Так, Дементора надо валить. Так, Рафаэль делает рывок. Подожди-ка, а с какого перепуга у меня опять в команде стоит Чингис? Скажи-ка мне на милость, я же его вроде бы менял. У меня здесь должен стоять Сплинтер, насколько я помню. Так, секундочку, что-то не то, ребят. Мы сейчас, по-моему, здесь фейлимся. Причем так быстро. Ну ничего себе, нас тут расколбасили, ты посмотри. Нет, друзья мои, так дело не пойдет. Вообще нас распетрушили здесь за 5 сек. Так, повторим бой, но сначала получим награды. Так, давай-ка повторим с тобой поединок, но я хочу кое-что здесь убрать. Во-первых, почему они у меня так... А, ну мы же с тобой прокачали же своих персонажей, естественно, друзья мои. Вот почему. Так, ну сейчас... Ох, ё-моё. 83 тысячи мощей у противников. Они в два раза, ребята, меня превышают. В два. Как мы с ним тут будем бороться, я пока даже не представляю. Но посмотреть все равно на это надо. Так, Шреддер бомбит току. Так, что-то у нас тут... Молодец. Бибоп там бросает гранаты. Все четненько, правда, он сейчас погибнет. Слушай, по-моему, мы их сейчас тут порвем. Тока, какой мощный, а? Ты посмотри, своими прыжками еще с этими. Так, Бибопа мы потеряли, Шреддера тоже потеряли. Один Донателло там наяривает, да? У нас что, остался только Сплинтер, Донни... А, Рокстеди, Рокстеди сейчас погибнет, ребят. К сожалению, не сможет он. А как так, как так быстро-то, ребят? Вроде были, бегали мы там, да? Потом бац, нас распетрушили. Слушай, подожди секунду, может быть мы что-то с тобой не сделали? Да почему такие слабенькие-то, а? Скажи-ка мне на милость. Вообще, такое ощущение, как с детьми разобрались с нами. Так, Донни, давай-ка мы, наверное, Рокстеди все-таки прокачаем чуть-чуть. Один левел ему поднимем. Так, у нас опять тут что-то на ивентах. Вот это да, ребят, я не ожидал на самом деле, что вот так вот нас сейчас будут с собой вообще моментально тут, как говорится, разруливать. Я думал, мы как-то поборемся, потому что мы когда заканчивали с тобой, да, сезон, серию последнюю, у нас все было четенько. А тут такое впечатление, что... Что как будто, блин, мы не то что даже там прокачались или еще что-то, а как будто вообще голые какие-то бегаем по этому полю. Так, что у нас там, награды, да, какие-то? Давай мы посмотрим с тобой, что нам здесь выпадет. Да и Бакстер Муха... Вот кто-кто, вот Бакстер Муха мне нужен был в последнюю очередь, если честно. Так, сыграть в 5 PvP боев. Давай-ка мы с тобой быстренько здесь пробежимся. Может быть, еще чуть-чуть все-таки сможем прокачаться, капельку. И ты извини меня, если это только первый поединок, а нам нужно с тобой, чтобы Антракса хотя бы встретить, нужно 5 боев сделать. Давай посмотрим, что здесь у нас с тобой произойдет. Но, блин, все равно сильный враг какой-то, а? Так, Рокзар тут выпендривается. Сплинтер, блин, ребят, вот несмотря на то, что я его прокачиваю. О, и Шреддер здесь получает. Да ну. Что за дела-то происходит здесь? Молодец, Рафаэль прям двоих сейчас своим рывком уничтожил. Тут Зек еще что-то бомбит. Давай-давай, Зека уничтожили, и остается Рокстеди. Ну, я думаю, вы справитесь здесь. Сейчас один на один будет, да, наверное, Рокстеди против Рокстеди. Хотя Сплинтер там еще помогает нам. Ну-ка, давай-давай-давай. Есть. Ну, победушка хотя бы здесь за нами. Так, нам дают с тобой бонус. А я так понимаю, на прокачку нам не хватает, да? Ладно, фиг с ним.
Давай попробуем следующий поединок зарулить. Так, у них Наполеон здесь, да? Этот чувак, который с кнутом. Издалека бомбит, ты посмотри. Сейчас Сплинтер опять, как всегда, отдуплится. Нет, вот все-таки, ребята, я убеждаюсь, что Сплинтер — это не то, что нам нужно. Лучше бы у меня была 4-звездочная Эйприл. А Сплинтера здесь... Почему-то мой погибает быстро, а их Сплинтер бегает тут вовсю. Выпендривается. Ну ты посмотри, как такое может быть, ребят? Почему у врага Сплинтер сильнее, чем у меня? Этот Наполеон достал уже тут издалека бомбить, а? Смотри, что творит. Мы уже потеряли с тобой Рафаэля. Сейчас и Донателло, скорее всего, вместе со Шреддером упадет. Как все запущено, друзья. Как все запущено. Мне кажется, знаешь, почему здесь все так получается? Потому что здесь ведь есть повышенные бойцы, которые имеют... Вот, например, Айздака. Давай попробуем взять. Вместо Рафаэля я возьму Айздак. И все, что ли? Кто у нас тут? Посмотрим. Ну, у меня только Айзда, который получает 50% к силе. И, наверное, я все-таки возьму Бибопчика, а вот этого уберу Сплинтера. Ну да, тут противник что-то серьезный какой-то. Там 80 тысяч, да, было мощей? Тут теперь 70 тысяч. Ладно, посмотрим. Я хотел посмотреть, что Айздак у нас делает. А что он просто стоит-то там? Эй! Полетел, полетел. Ага, он когда летает, ребята... Воу, это Зак уже начинает бомбить. Он, кстати, когда летает, он сбрасывает яйца. Ну и что тут получается? И опять мы, по-моему, здесь с тобой проиграем. Ты посмотри, что делают, а? Двоих уже разобрали. Микеланджело этот, который там на сноуборде. Фига он там мощнявый. Шреддер хотя бы майки вражеского уничтожил. Но он один остался. Его здесь, ребят, конечно же, распетрушат. Ничего он здесь... сделать не сможет. Фигею я просто-напросто. Я думал, мы сейчас с тобой здесь бустанемся, рванем. Рванули, ё-моё. Рвануло, по-моему, у меня одно место, ё-моё. От возмущения. Как быть-то? Блин. Ну здесь хотя бы чуть-чуть поменьше мощей у противника, но мне кажется, что это нас не спасет вообще никак. Ну вот смотри, вот Бибоп дерется с... со Сплинтером. И нифига он ему не может сделать. Почему? Почему он у них такой имбовый? Шреддер бомбит по кожеголовому, и ему как щекоточки, знаешь, он просто смотрит на это с усмешкой. Но мы его должны завалить сейчас. Или нет? Сможем или нет? Да, кожеголовый, по-моему, сейчас, ребят, пострадает. Вот, сбрасываем бомбочки, отлично. Кто у них тут? Ирма. Ирму, пожалуйста, уничтожьте, будьте так добры. Чтобы она там не бомбила. Эть! Ей крышка, по-моему, сейчас будет. Так, но здесь, не забывай, еще у нас Карайка живая. Шреддер, блин. Делай, молодец, красавчик. Вот, совсем другое дело. Донни там еле-еле бежит. Все, молодцы, справились. Блин, ну тут, конечно, да, ребят. Так, нам еще нужно еще два поединка нужно сделать здесь, да, для того, чтобы получить награду. Так, ну здесь практически та же самая мощь, что была в предыдущем поединке. Сейчас мы посмотрим, как у нас пойдут дела. Так, Айздак там стреляет со своего пистолета, я, правда, не вижу, по кому он бомбит, чтобы... О, тут железноголовый, ребята, смотрите. Ух ты, ну Айздак на самом деле крут, он, потому что когда пролетает над врагами, он сбрасывает свои вот эти вот бомбы. И это классно, на самом деле. Но его сейчас уничтожат. Правильно, Сплинтер и Карайка. А нет, смотри-ка, он выкрутился. Он перелетел в другой угол, сбросив при этом бомбочки свои. Есть! Там кто? Майки погиб, да? Кожеголовый. Ой, кожеголовый, железноголовый тут выпендривается. Мы в меньшинстве, по ходу дела, да? А нет, мы на равных. Так, минус железноголовый. Так, это у нас кто? Таня или... Карайка, я уже их и не помню. Это даже не Таня, это Лотус, по-моему. Они похожи, что Лотус, что Карайка, да? Слушай, мы должны здесь выиграть. Обязаны. Давай, 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 Сплинтер хотя бы. Есть. Ну и остается у нас, наверное, это все-таки Карайка. Да, Лотус у нас в черном костюме. Фух. Слушай, мы справились здесь. Отлично. Так. В принципе, можно и не продолжать дальше поединки. Мы, потому что с тобой выполнили, да, условия. Забираем с тобой награды здесь. Так, и нам нужно теперь подраться на 6-м канале.
Пойдем посмотрим, что у нас там на шестом канале происходит. Кто там против нас будет выпендриваться. Ну, здесь мы по мощам, ребята, да, намного сильнее. Поэтому я возьму обратно сплинтеры. Вот так вот. Поехали. Тут мы их должны порвать. Пока у них идет чисто рукопашка. Вот, пошли, пошли суперудары. Так, Донни, Донни, уничтожить вражеского Донателло. Есть, все, мы его похоронили. Дальше идет Кейси. Ну, вырубите вы Кейси-то теперь. Попал, молодец, Роксиди со своим рывком сделал то, что нужно. Да, я тебе скажу, что здесь будет победа за нами. Мы никого не потеряли. Замечательно. Так, и опять нам дают бонус. Слушай, ну смотри, 295 тысяч металла и плюс почти 700 тысяч мутагена. Так, больше нам здесь драться не надо. Нет, конечно, можно там до посинения воевать, но нам не нужно, мы с тобой должны заниматься другими делами. Так, наградушку забрали. Тут тоже забрали. Так, и видимо у нас есть с тобой возможность немножечко прокачаться. Блин, Айздак меня, в принципе, порадовал. Вот, может быть, его прокачать нам, а? Так, 119 уровень он получает. Плюс мы ему экипировку делаем. И посмотрим, где он у нас. Да, блин, что ж ты в самом низу-то, а? Слабоват будет. В самом низу, ребят, но это не айс. Я вот думаю, как мы будем с тобой сейчас сюжетку проходить. Так, давай поднимем здесь уровень. Нам нужно до 35-го прокачать, если ты не забыл. Ну вот тут вот как быть, я ума не приложу. Просто не приложу. Ладно, будем сейчас с тобой пробовать разные тактики. Сплинтера, наверное, все-таки придется убрать. Хотя у него мощей очень даже немало. 8630. Я поставлю, наверное, все-таки Рафаэля здесь. Блин, ребят, мы в два раза слабее этой команды. В два раза. Плюс тут такая команда, извини меня, Антракс плюс Рокстеди, Гранитор и Тока, который просто меня вымораживает. И плюс еще Дементор тут, который всегда стоит сзади и начинает бомбашить. Тока непробиваем, ему Шреддер вообще ничего не делает. Просто он ему ничего не делает, ребят, щекочет его. Понимаешь? Ну ты посмотри. Я в шоке, ребята, вот от этого всего, если честно. Если хочешь знать мое мнение, мы... все, нас расколбасили здесь. Донателло просто не справляется. Я, конечно, ребят, немножко... Я вот сижу просто, я попиваю. Как нам тут вообще выигрывать, а? Почему они нам так круто завысили планку? Может быть, потому что я получил так много мутагена и решил прокачать всех? Хорошо, давай попробуем с тобой сделать, ну, я не знаю, может быть, взять Ирму. Фиг знает, может быть, у них... Как тебе сказать? Иммунка против физухи, да? А, например, на заклинахе у них слабость будет. Ладно, давай попробуем сейчас сделать так. Уберем Рафаэля, возьмем Ирму. Рискнем. Хочу просто глянуть, что у нас из этого получится. Так, Донни бросает свой шарик. Не может... Шреддер даже вот делает свой супер удар. Так, подожди, кто-то там, ребята, сейчас погибнет у них. Мы одного убрали. Нет, Ирма здесь также, ребята, слаба. Блин, вот если бы Току убрать. Да ну. Хотя, погоди, погоди. Давай, двоих сразу, нет? Да ладно, неужели получится? Да нет, не получится, ребята. Один Бибоп остался, блин. Дементор меня вот этот бесит. Просто издалека стоит и бомбит, ты понимаешь? Он просто, он мешает. И они почему-то никак... Давай попробуем с тобой тогда сделать немножко расстановку. Вот так вот. Может быть, Чингиза взять сюда, а? Нет, пока оставим как было. Попробуем еще разок. Там буквально чуть-чуть не хватает. Видишь, Бибоп вместо того, чтобы бомбить Дементра, он залетает, поворачивается спиной к нему. И правильно, в него бомбят здесь. В него бомбят просто как, я не знаю... Йоу, это что такое сейчас было? Что это за супер комба такая сейчас произошла? Да ты бы лучше бы Гранитора бы убил бы, Шреддер, ё-моё. Потому что Току, вот его в последнюю очередь надо. Ирма, ну. Ты дичь. И фигня получилась.
Этот бегает охламон сзади и просто бомбит. Тут, скорее всего, знаешь, какая нужна команда? Нужна команда на рывках. Почему на рывках, ребят? Потому что они постоянно елозят здесь. Тока постоянно прыгает, постоянно бомбит. У него массовая атака, ты это прекрасно знаешь и видишь, да? Когда он подпрыгивает, бомбит, все, получает все урон. А что у нас на рывках? Ну вот если даже вот так вот сделаем, к примеру, ребят, я сейчас просто смотрю, я делаю тест, так сказать. Айздака, например, возьмем, да, Току, это к примеру. Уберем с тобой Ирму. Вместо Ирмы поставим Рафаэля. Но тут мы вообще, ребята, в мощах теряем очень круто. Ну давай посмотрим. Просто хочу посмотреть, как у нас вообще здесь все это будет происходить. Опять же повторяю, рывки. Мы с тобой на командах, на рывках. Так, ну мой Тока здесь 100% проиграет. Потому что хоть... Ну, мой погиб. Мой Тока, ребята, отдуплился. Рафаэль очень-очень мало наносит, ребята, урона. Да как тут быть? Я не знаю, как здесь можно. Если мы... Ну, давай попробуем вот поставить все как было. Может быть, Ренет взять здесь? На всякий случай. Просто хотя бы посмотреть, что из этого получится. Вот так вот сделать. Просто глянуть. Может быть, она как-то нам поможет здесь. Ну, Сплинтер, ну, вообще ни о чем, ребят. Ну серьезно. И Донни тут. Оу, его в первую очередь расколбасили. Ренет делает защиту, что ли, нашим бойцам? Я ведь правильно понял? Сейчас и Сплинтера разберут. Что он там кастует, это все фигня, ребят. Самый злой противник здесь, вот как я посмотрю, это Тока. Вот именно он здесь офигенно, ребята, как говорится, нам вредит. Тут еще и мелкий Маузер, оказывается, прыгает. Ё-моё, я его только сейчас увидел. Нет. Не выходит и все. Или хоть тут тресни. Мне почему-то кажется, что здесь это связано с тем, что мы с тобой прокачались до 160 уровня. И как-то вот сила врагов, она просто сразу увеличилась. Потому что, ну, другого объяснения нету. Сплинтер, ну серьезно, вообще не алло. Просто не алло. Давай попробуем взять Чингиза. Но мне кажется, его в первую очередь здесь заколбасят. Потому что вот Дементра, если бы кто-нибудь хотя бы им занимался, ведь нет же, они даже не смотрят на него, они даже его не атакуют. Это единственный персонаж, который почему-то у них стоит сзади, и его никто не трогает. Ну ты посмотри, что происходит, ребят. Антракса фиг завалишь, потому что он очень... Тут вообще нас очень быстро заколбасит. Ребят, я умываю руки, я не знаю, что здесь сделать можно. Прокачки у меня никакой нету. Давай посмотрим, может быть, я что-то забыл сделать. Ревард. Ревард меня прям так спасает здесь. Я прям не могу. Ну-ка, что мы тут с тобой накопили? Ну, давай посмотрим, кто нам тут выпадет. Леонардо. Я боюсь, Леонардо, ты нам здесь, ну, вообще никак не поможешь. К сожалению. Как же быть-то, а? Левел Шреддеру поднять. Может быть, лучше Донику. Тут все экипировано. По последнему слову. В менюшке у нас... Подожди. В инвентаре ничего абсолютно нету. Пусто. Даже я не знаю, ребят. Так, давай прокачаем эту комнату. Там еще один уровень, да? А, нет, все. Забираем награду. И нужно повысить двух героев до 160 уровня. Ближайшего, кого мы можем прокачать, это будет Донателло. Но ты смотри, там нужно сколько там левов? 6, это почти 6 лямов нужно нам с тобой. Только в этом случае у нас получится. Так, тут что-то у нас есть. Давай заберем награды. Ага. 250 кубков, да? Синих. Как же мне сделать-то, а? И ведь это еще не босс, до него надо дойти, ребята. Это у нас с тобой новое приключение началось, да? 18.1.
То есть это самая первая битва, и я уже здесь, как ты видишь, стрел конкретно. Слушай, подожди-ка, а мы же с тобой можем за скраб получить же эти экипировку. Верно же? Так, скраб, вот он, 2500. Да, я хочу обменять. Угу. И на кого у меня хватит? Ни на кого, да? Сплинтеры я не буду тренировать. Нет уж, спасибо большое. То, что я взял, никому не нужно. Замечательно. Как же быть? Рывки не помогают. Танки не выручают. Чингис, это, ребят, вообще ни о чем. Тут от него толку нету. Ну, 45 тысяч мощей против 80. Естественно, ребят, мне кажется, тут, ну, просто физически нереально вытянуть эту команду. Мы единственное, что вот можем только Маузер быстренько с тобой запинать, и все. Это единственное, кто нам поддается. Маузер. Шредер, конечно, бомбит, но, ребят, мало от этого толку. Неужели сейчас Гранитора вольнем? Вот Дементора, пожалуйста, еще. Вольните Дементора. Ну, и кто там остается? Блин. Да ну зачем же Антракса? Добивали бы току бы. Красавчик Рокстеди. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мы выиграли. Ну, пожалуйста. Да. Правильно, вот так, в ответку этому токи. И остается Антракс. Че, Рокстеди завис-то, блин? Че завис-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Оглушили, да? Ну! Рокстеди, давай, 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 давай! Да что ты там? Пукалку свою! Ты будешь... Да ладно, ё-моё, ребята! Фу. Слава тебе, кое-что, да? Мы, ребята, все-таки одолели. Я просто боюсь представить, что дальше будет. Но бонус в любом случае мы с тобой глянем. Так, это просто какое-то чудо. Я боюсь даже представить, что дальше нас ожидает. Ёпарасоте. Опять, тут еще и трек, который будет сейчас им стакать броню. Но единственный плюсик, который я могу отметить, это здесь два слабых кланфутовца, которых, по идее, мы должны успеть разобрать. Ну вот трек меня напрягает, то, что он сейчас будет стакать броню на свою команду. Давай-давай, уничтожаем этих кланфутовцев, потому что они хоть и ватные, но все равно мешаются. Гранатка полетела от Бибопа. Ну-ну-ну-ну-ну. Дементра, неужели мы сейчас его завалим, а, ребята? Так, трек начинает, ясен перец, стакать броню. Так, подожди, подожди, я не пойму. По-моему, ребят, да, мы здесь выиграем. Трега мы с тобой оставили одного, и его, естественно, со всех сторон пинаем. Шредер у меня погиб, но я думаю, мы справимся без него. Е! Чудо просто какое-то, наконец-то пошло то, что нужно. Твою налево, тут-то ты посмотри. Тут еще сильнее команда, чем была первая битва. Опять же, у них Тока плюс Рокзар плюс Трек. И, извини меня, Гранитор. Как? 84 тысячи против 45. На 40 тысяч, ребята, они меня сильнее. Да, тут хотел сказать, нет Дементра. И потом вдруг вспомнил, что Трек, он же тоже дальнобойник. Именно издалека стреляет. И плюс, не забываем, стакает броню. Тут, посмотри, какая тут кипишня. Ты просто полюбуйся. Так, ох, Шредер хорошо так прыгу сейчас зарядил. У нас уже минус Дони. Да, мы не можем пробить, ребят, потому что они в броне. У нас уже сплинтера убрали. И один Шредер рост. Не, ребята, это жесть. Ты посмотри, он делает вой. Рокзар, да, который, по-моему, ускоряет противников. И плюс, естественно, трек, который делает броню. Я даже не знаю, вот тут, по-моему, мы с тобой встряли. Тут уже никакая команда. Единственное, что я могу попробовать сейчас, конечно, поменять построение их. Ну, сплинтер, как всегда, ребят. Он, как всегда, в своем репертуаре. Он стоит, ну, вот что вот он сейчас сделал. Вот то, что он делает, это просто чушь полная, понимаешь? Это не, вот никак нам не поможет, потому что, видишь, опять же началась броня. Они вон все в броне.
не вижу там. Тихо. Мы не можем пробить трега. Вообще не получается никак. То, что Биба бросает гранату. Может быть, Бибоп нам... О, Рокзара завалили, да ты что? Мы только Рокзара убили, а у нас уже двоих снесли. Ну, только, как всегда, начинает с вами репертуар. Прыгать, скакать, у нас Бибопчик уже погиб. Видишь, в защите стоит этот Тока. Его не пробить, ребят. Рывки, может быть, только если рывки взять. Так, а если нам и Тока убили? Да ты что? Ай-яй-яй. А ты видел? Нашего Шреддера превратили в камень в конце. Слушай, давай-ка мы с тобой, наверное, уберем Бибопчика и попробуем с тобой поставить Ирму. Вдруг, ребят, я не уверен, конечно, но вдруг получится. Дальними атаками попробуем забомбить. Авось сработает. Но я что-то как-то не уверен в этом, если честно. Ирма так долго копит. Так долго... О! Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Видишь, в камень, ребята, его. Так, что у нас тут дальше происходит? Сплинтера сейчас у меня уничтожит. И Шреддера. Сплинтера уже уничтожили. Как бы... Вот Рокзар со своим криком, вот с этим вот бесявым. Кому? Так, минус Гранитор. Вот Рокзара если бы убрать. Ирма, 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 успей, успей, успей. Не успела. Ну, я тебе скажу, что здесь, здесь уже было больше шансов, ребят, на победу. Если бы, если бы не одно но. Ну, ты посмотри, они просто запинывают. Ну, Рокстеди очень, очень, ребята, круто держится, согласись. Поэтому, как бы, я считаю, что он достоин, наверное, того, чтобы его прокачать. Так, значит, я хотел сделать следующее. Убрать отсюда Сплинтера в ущерб себе. И попробовать поставить Рафаэля. И сделать вот так вот. И вот так. Попробуем, ребят. Ну-ка. Я сделал команду, ну, на полурывках. Плюс, блин, Гранитор. Ну, нафига ты вот переключился на Ему, вот. По-моему, Ирма что бросает вот эти свои магические шары, а они вообще никак не влияют. У нас опять Донателло погиб. Как-то они быстро с ним, конечно, разбираются, с этим Дони. Рафаэль, конечно, делает рывки, но он ватный, поэтому, ребята, его сейчас тут расчехлят. Еще Маузер тут мешался, вот здесь вот он прыгал, сейчас урок, кстати, уничтожил. Нет, Ирма это не то. У них иммунка. Видишь, что трек делает? Он постоянно стакает броню. И нам приходится с тобой, во-первых, уничтожить броню. Потом только будет прямой урон. Но так как он практически сразу, очень быстро он стакает. За счет Рокзара. Рокзар дает ускорение, ребята. Я так понимаю, он ускоряет не только противников. Он ускоряет еще... как сказать? Трега, чтобы тот быстрее стакал броню. Вот почему-то так мне кажется. Так, ладно, давай попробуем заменить. Если я возьму Кейси Джонса... К примеру. А давай посмотрим, что такое Крэмп. Ну, он, конечно, слабенький, ребят. Но просто хочется глянуть, что может вообще из этого получиться. Да. Крэнк. Крэнк просто получает люлей от Токи. Ну да. Крэнк тут вообще, ребят, не котируется. Так же, как, в принципе, и Кейси Джонс. Слабоватые, слабоватые мои бойцы. Они сами по себе сильны. Но так как у них уровень маленький и мощи маленький, поэтому они не могут здесь противостоять достойно, как хотелось бы. Видишь, он наносит урон очень маленький Гранитору. Его, как говорится, уже снесли. И самый живучий у меня из всех это получается. Видел? Он сейчас сделал рывок, но у них брони было там до фени, до ядре не фени. Поэтому мы пробить не можем. А так он вообще хорош, рук, кстати. И наносит урон классный, да? И все. Но одному ему, естественно, не справиться. Тут что бы ты ни делал, ну никак. Так, подожди, может быть, у нас есть как-то какое-то повышение. Мы вроде бы с собой мутаген получали. Ну-ка, давай посмотрим. Рокстеди, сколько мы можем расти? Один левел тебе поднять. Один левел тебе поднять можем всего лишь. Да. Рафаэль слабенький. Блин, я не знаю, может быть, надо было, конечно, и Сплинтера докачать. Фиг его знает, как тут лучше сделать. Ты понимаешь, тут непредсказуемо. Тут можно... Так, подожди-ка, а что у нас тут? Нет, ну этих я пока качать не буду. Блин, нам нужно всего лишь два поединка с тобой выиграть для того, чтобы...
Ну, с боссом, я больше чем уверен, мы не справимся. Тем более, там босс Антракс, это черт его знает, как с ним там драться. Крэнк, ты уж извини, но ты слишком ватный. Надо было, наверное, поменять. Ну, посмотрим сейчас. Тут же, видишь, тут еще много зависит от того, ребята, кто на какой позиции встает. Кто начинает кого быстрее бомбить. Видишь, тут, например, Шреддера опять оглушили. Этот опять начинает стакать броню. Ты посмотри, сколько брони. То есть мои чисто наносят, видел, удары, просто для того, чтобы снять с него броню. Воу-воу-воу-воу-воу, Сплинтер, давай там, что там делаешь? Хил свой. О, Бибопа уже завалили, естественно, сейчас и Шреддер упадет у меня. Трешово, очень трешово, друзья мои. Ну, что я могу тебе предложить? Только лишь один вариант у меня, ребята, это прокачиваться, это качать моих бойцов. А для этого нужно проходить PvP-бои. А для этого нужно фармить 6-й канал. Только в этом случае нам, ну, хотя бы буквально еще 10 тысяч мощей бы набрать. И я думаю, что расклад уже был бы совсем другой. Так, где у нас с тобой 6-й канал? Нет, вначале мы с тобой сходим в PvP-бои. Все-таки я хочу их добить. Там есть вероятность, что выпадет мутаген. Ну и в любом случае надо бы просто эти 5 боев завершить в конце концов. Сейчас посмотрим, как тут у нас получится. Ага, тут Темпестра или как ее там звать. Ну здесь все вроде бы хорошо, да? Смотри. Воу, на рывках мы с тобой быстро тут. Жиздак. Блин, вот если его прокачать, мне кажется, он бы вообще был бы имбовым персонажем. Сбрасывает бомбочки, плюс летает. То есть, а когда он летает, я так понимаю, он урон не получает от противников. Вообще круто. Да, видишь, Айздак даже показал, типа, молодец, Рэй, держись, мы за тебя, естественно, вы за меня. Поехали дальше, добьем все-таки с тобой PvP-бои эти. Так, а там еще там кую имбу дали, да? Рокзара кинули, а этого Току и Трега. Трега так по себе тяжело очень бомбить, потому что он, ну, стакает броню. Вот если бы вот такая была бы команда, я думаю, мы бы там справились бы. Фиг с ним, что у них там рывки эти есть. Видишь, Донни. Донни, эти погиб у меня, Донни. А, нет, еще живет, живет, ребят, еще. Ну, Рокстеди пробежал, уничтожил Шреддер вражеский. Силен, силен, гаденыш. Бомбочки, видел? Просто сбрасывает бомбы и наносит очень обалденный урон. Он еще бросает, к тому же, гранату. Айздак, ну ты видел, да? То есть такой универсальный боец. Так, давай еще 3 поединка с тобой доиграем здесь. Так, здесь у нас Рэй, здесь Токка, Майки и Рафаэль. И Эйприл. Вот мне кажется, что Эйприл какая-то здесь имбовая. Так, смотрим, 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 что происходит. Ненавижу Току, ненавижу его, блин. Со своим этим оглушением, блин. Так, Айздак бросает бомбочки, великолепно. Ну, я уже говорю тебе, здесь победа будет за нами. Видишь, он бросает бомбу, и Эйприл в смятении сразу же. Она не знает, что делать, у нее эти знаки-вопросики над головой мелькают. Так, уничтожили ее, красавчик. Айздак постарался. Так, у нас погиб первый персонаж, это Донателло. Рэй там что-то выпендривается. Ну. Так, все, минус Рэй. И остается Рафаэль. И Рафаэля мы сейчас с тобой тоже уничтожили. Так, встали в рядок еще, круто. Ну что, ребят, пока вроде бы неплохо. Еще 2 поединка. Но я, правда, видишь, не вижу, чтобы нам выпадали бонусы именно на мутаген. А он мне нужен. Мне нужен именно мутаген. Я хочу прокачать Рокстеди, наверное. По имбове, чтобы он, ну. На самом деле он очень крут. Я убедился, из всех моих персонажей выживает последним именно он. Это говорит о том, что он толстокожий, и его так легко не взять. А если его еще и подкачать маленько, он, наверное, вообще будет крут. Жалко, здесь нет провокатора, да? Персонажа, который бы мог брать на себя львиную долю урона, и причем приманивать их, чтобы атаковали именно его. Вот это было бы имбово. Так, Рокстеди оглушен. Подожди-ка, тут что-то у нас с тобой вообще пошло не так, как надо. Ух! Офигенно! Да.
Разобрали, я даже глазом не успел моргнуть. Ну что, последний поединок у нас здесь с тобой. Поехали. Battle begin. Так, а здесь Крэнк. А, у них тоже айсдак, смотри-ка, вон он стоит. В углу. То есть мы вдвоем. Что мой айсдак стреляет, что его айсдак. Так, допустим. Слушай, ну здесь, по-моему, мы все-таки выиграем. Потому что мы уже... Да-да-да, хотя подожди. Не факт, не факт, ребята. Рывками запинали, прикинь. Просто запинали рывками. И опять же, я тебе говорю, Рокстеди остается последний. У них два рывка. У них Мондагека и Рафаэль. Мы сразу двоих убрали, да, Крэнга и Мондагека. Все, а тут они уже вдвоем разобрались с моим Рокстеди. Печалька. Так, ну что, мы с тобой прошли. Ну, как прошли? Отыграли с тобой вот эти ПВП-бои. Сплинтер. Нет уж, родной, не будем мы тебя пока качать. Я... Ага, здесь мне не хватает. Так, у нас еще шестой канал есть, да, в принципе? Можно там попробовать повыпендриваться. А за прохождение этажей нам что-то же дают, по-моему, да? Если не ошибаюсь, нам дают мутаген или кубки. Что-то такое. Так, подожди-ка, а не вот этот ли у нас дементор? Что-то он видел, там пальцем показывает, электричеством бомбит. Не, ну здесь-то мы их легко порвем. Тут вообще без проблем. Тут даже видно невооруженным глазом. Насколько... Воу-воу-воу-воу, нифига он там бомбит электричеством. На тебе. Так, Рокстеди уничтожает Рафаэля вражеского. И сам по себе он ватный, ребят. Как только он остается один, да, это именно дальнобойные вот эти вот бойцы. Как он только остается один, его сразу начинает бомбить, он просто в труху уничтожается. Но... А, у них тут и Чингис, и Наполеон, да? Вдвоем они тут. Ладно. На тебе гранатку. Бибоп там стоит, раскидывает свои гранаты. Сейчас двоих, наверное, мы с тобой уничтожим. И Наполеона сразу. Чингис уже погиб. Наполеона добили. И остается лишь Тока, с которым мы также легко, быстренько с тобой разбираемся. Все. Даже никого не потеряли. Да, нам дают с тобой по 44 синих кубка и по одному фиолетовому. Один фиолетовый кубок. Это сколько нужно, ребята, получать таких кубков, чтобы мы с тобой, сколько там, 1000, да, набрали? Для того, чтобы открыть следующего персонажа, нужно 1000. Да, но... Нет, ребят, наверное, мы все-таки сегодня не осилим. Не сможем. И если прокачивать следующего бойца, то это, наверное, все-таки будет у меня Рокстеди. Да, мы его до 160 уровня попробуем поднять. А мы можем с тобой что-нибудь приобрести? Ну-ка, давай посмотрим. У нас с тобой еще 95 монет есть. Да нет, тут ничего, ребят, нам не светит. Вообще ничего. Металла у нас мало, всего лишь 118, ну, шестеренки я имею в виду. То есть мы ресурсы тоже с тобой не сможем получить. Да, я думал, что мы сегодня с тобой все-таки дойдем до Антракса и его сможем наказать. Но, как видишь, не судьба. Потому что, ну, уж больно мощные противники. Просто имбово мощные. Если вот так вот сделать. И вот так. Вот так вот. Подожди, нет. Да ё-моё, Сплинтерс. Да и... Ладно, попробуем таким вот образом. Ну, мне кажется, вряд ли. Я вот не понимаю, зачем Бибоп бежит в бой, блин. Стоял бы где-нибудь сзади, да бомбил бы с этими своими гранатами бы. И все. Вот, они сразу начинают оглушать Шреддера. Я уже это заметил. Плюс, так как они под броней, мы просто не можем пробить их. Сплинтер там, конечно, кастует, но он так мало, ребята, захиливает. Всего на 2000. Это капля в море, на самом деле. Вот, вот сейчас было бы... Блин, вот сейчас было хорошо, просто замечательно. Ну, ну прожмите, прожмите. Смотри, вот там гранитуру осталось жить. Шиша, не шиша. И Рокзара можно уничтожить. Ну, да, ребята, ну, господи. Рокстеди, да куда ты, блин, тебе надо было Рокзара бомбить? Вот, стакнул броню. Смотрим, ребята, подожди, может быть... Е! Е-е-е-е! Давай-давай-давай-давай!
Ну, блин, два брата, акробата, Бибоп и Рокстеди. Давай, родные мои, Фух. Да я глазам своим не верил. Мы справились, ребята, мы справились. Да я Парасета, ну вы... Теперь они еще сюда Слэша воткнули. Вместе с мухой, с этой вонючей. И опять же трек здесь стоит. Ладно, давай посмотрим, что у нас получится в этом поединке. Если мы муху с тобой быстро уничтожим, чтобы она не успела делать стан, то, возможно, мы здесь сможем победить. Но не забывай про Слэша, да-да-да, со своим вот этим вшивым рывком. Только опять начинает там буянить. Да что ты, блин, на Маузер на этого приключился? Ну, Шреддер, ну серьезно, ну какого фига ты тратишь, блин, свой суперудар на какую-то, блин, букаху? Лучше бы ты ввалил бы этого, муху, Стокмана этого. Нет, 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 что-то как-то не идет, ребят, дела у нас тут. Ну вот, наконец-то Токи досталось. Ну муху, вот, пожалуйста, ну уничтожьте вы муху. Так, господи, он же станет, он же вредит очень сильно. Да кто меня там слышит, ё-моё, блин. Так, подожди, а может быть... Погоди, 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 если мы сейчас Трега с тобой завалим. А мы его завалить должны. И тогда он не сможет стакать броню. И тогда, возможно, ребята, шанс у нас будет с тобой... Есть, трек наказан. Ребята, остается слэш. Остается один слэш, я думаю, что втроем-то мы здесь его запинаем. Сплинтер там, правда, на соплях бегает. И... Да. Ну, ребят, что я могу сказать? Просто везет, просто фартит. А вот как с боссом быть? Антракс. И сейчас ему еще... Так, кого там дали ему? Да, блин! Вот без Трега можно как-то это сделать? Вот зачем вы его втыкаете? Он и так сам по себе, Антракс, очень мощный. Даже не будучи боссом, а просто обычным мобом. Блин, так они еще сделали здесь его боссом. Поставили сюда Трега, который будет стакать броню. Плюс рывок поставили в виде слэша. И муху, которая будет станить. Но этот плешивый мы его должны, в принципе, сразу забомбить. Но сам факт, ребята, на босса сейчас будет стакаться броня. У него секира. Это круговая атака, насколько я помню. Слушай, а вдруг получится у нас пройти? Сейчас посмотрим, ребят. Сейчас будем смотреть, как у нас тут... Если сплинтер не будет получать люлей, а будет стоять в сторонке и постоянно захиливать, то, возможно, пройдем. Но я уже вижу, ребят, как-то не особо у нас тут хорошо идет. Потому что Антракс получает мало урона. Муха начинает станить. Кого он там станет? Я не вижу, ребят, на кого стан попал. На кого-то попал. Вот там вот кто... А, Донни, Донни, все. И, соответственно, Донателло сейчас вырубят. Муху, Рокси, во, Шреддер, молодец, спасибо тебе большое. Вот теперь Трега еще. А сколько? А у нас тут двое всего осталось. Блин. Ну. Сможет он не вдвоем справиться против Антракс? Давай, 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 давай. Есть, вот этот хорошо сейчас пробил плюшку. Йо, Шреддер уничтожит. Блин, он броню, ребята, стакает себе. Давай, давай, родной мой. Одному я знаю, что тебе тяжело. Сейчас он сделает свой рывок и все, это пипец, блин. Слушай, ну шансы есть. Шансы есть. Давай попробуем с тобой немножко другую тактику, комбинацию. Я попробую поставить вот так, вот так и вот так. Поехали. Чуть-чуть нам буквально не хватило с тобой зажать его, добить. Этого мелкого уничтожь, пожалуйста, сплинтер, потому что он мешается только здесь. Так, по кому? По слэшу, да, сейчас был нанесен удар от Шреддера. Вот, муху, да неужели, блин? Так, теперь, ребята, вы сконцентрируйтесь, пожалуйста, мощь свою на Треге. С этими мы по... Блин, Бибопа разобрали. Шреддер, конечно, пытается Трега там наказать. И он переключился на слэша. Сейчас сплинтер у нас погибнет, ребята. Все. Напоследок он что-то там бустанул. Но это никак. Так, минус слэш. Так, вот теперь будьте добры. Уничтожьте мне Трега. Да вы, неужели вы не понимаете, что, блин... Если Трега не подбить, блин, он будет стакать броню. Видишь, у него, он, у Антракса полная шкала брони, блин. Он, естественно, сейчас своими супер, блин, ударами будет бомбашить. Шреддер, будь добр, а. Красава, красава. Вот теперь втроем, втроем валите этого Антракса, и у вас все должно получиться. Главное, не давайте ему массовые атаки сделать, которые он делает, круговую. Он секирой машет вокруг и всех уничтожает. Она довольно сильная, эта атака. Так, 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 тихо, Рокстеди, будь добр, рывочек, 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 делай.
Друзья мои, это просто чудо. Я уже, честно говоря, думал, будем завершать серию, потому что, ну, не выходит ни ша. А мы пробились с вами. Пробились, но ты видишь, что у противника мощь, она не спадает. И эта команда, кстати, уже была у нас. Опять этот Дементор. Давай, Сплинтер, пожалуйста, разберись с ним. Да куда ты, блин, ну... Не, Сплинтер как боец вообще ни о чем. Он что-то там стакает, но он не боец. Это явно видно, ребят. Он бафер, я бы так назвал. Он погиб самый первый. Так, Гранитору, да, тут достается. Так, у нас уже минус 2 бойца. Сейчас будет минус 3 бойца, потому что Донни тоже сейчас погибнет. Не понял, Дементор что, у нас тоже рывки имеет? О, друзья мои, как тут все запущено. Он, оказывается, тоже по полю бегает, как Сайгак. Угу. Блин, ну Рокстеди хорош. Рокстеди хорош, я серьезно говорю. Даже видно, ребят, невооруженным глазом. Он один противостоит практически, ну, больше половины армии, да, врага. И выдерживает. То есть, как боец, он очень крут. Давай мы тогда сделаем с тобой немножко по-другому. Все, кто имеет дальнюю атаку, поставим назад. Вот так вот. Пускай они начинают. Но они же все равно, блин, рвутся в бой, как всегда. Вот они неугомонные. Ну зачем ты опять этого... Не, я, конечно, понимаю, что это... Маузер, он мешается только. Ну, на него делать суперудар тратить, ну, это нецелесообразно, ребят, понимаете? Вот. Вот надо в первую очередь, нужно уничтожить этого, Антракса. Ну, естественно, его долго бомбить, поэтому давай тогда уничтожим Гранитора. Потом переключитесь на Дементора. Кому я говорю, тут уже команды у меня не осталось. И Слэш, естественно, со своими рывками. И опять у меня остается только лишь Рокстеди один. Трындец. Прям, блин, зашкаливает, ребята, моя злоба. Ну, я тебе скажу, что все-таки, ребят, мы... Блин, мутагена не хватает. Все-таки неплохо здесь мы понравились. Как на мой счет. Ох ты, следующий босс будет Слэш. Ну, до него нужно добраться еще, да? Так, ребят, давайте мы, наверное, с вами уже на сегодня закончим. Побережем, как говорится, мои нервишки. Пока я тут не разбил чего-нибудь. Обязательно уже увидимся в следующей серии и попробуем все-таки... Ну, во-первых, мы с тобой будем получать награды. Я еще за кадром попробую что-нибудь прокачать себе. Хотя бы, чтобы у нас было не 40 тысяч, а 50 тысяч мощей. И тогда у нас, наверное, будет все тип-топ. И у нас получится все-таки их прожать. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.